Ну что, ребята, я готова выступать. Желайте мне удачи. Пойду разогреваться. Пошли. Идем. Сейчас одежду тапочку. Пошли. Идем. Иди на ковер, побегай. Давай 5 кругов. 5 кругов побегай вокруг. Ровно-то сядь, Велеслава, ты криво сидишь. На ногу сядь. Поперечный нормально делай. Да, разворачивайся теперь. Где мама? Ноги разворачиваем. На правый шпагат. Руки переводи. Вытяни ногу сзади. Давай.
Камеру мы хотим доснять его отдельно. Кружок касайся. Сюда, Лиса, вот сюда встань, вот так развернись. Вот туда сделай, вот туда. Скажите пару слов, как вам сегодняшнее соревнование?
вообще последнее, что подстроилось тут. И наши. Родителям, вам, детки, хочется сказать, что вы сегодня показали ту программу по возрасту, которую вы должны уже работать. Есть дети, которые только взяли предметы в руки. Не надо смотреть, что они уронили, побежали за ним. Это все естественно, когда дети только начинают работать с предметом. Поэтому все сегодня были молодцы, но всегда на всех соревнованиях есть проигравшие, есть победители, и есть кто проиграл, есть к чему стремиться. Если вы не заняли сегодня второе место, а самое обидное, это третье место и четвертое, когда до пьедестала остается один шаг. Или встать на высшую ступеньку почета, на первое место, это огромный труд, и его нужно себя преодолеть, перешагнуть через себя, заставить себя работать. Вот вы сегодня показали, кто работает у нас, а кто ленится. Это для больших детей. Для маленьких они пока еще этого не понимают. Старшие дети уже это понимают. Вот там вывесили нормативы по выполнению. Выступающие 2013 года рождения. На первом месте Бакчебаева Амина. Пятое место из 12.
Ну и Лиза ушла давать. Что, Вислава, какое место ты заняла? Пятое. На меня посмотри. Пятое я заняла место. Сколько тебе лет? Пять. Пять и пятое место. Понравилось тебе выступать? Ошибки не сделала, когда выступала? Нет, хорошо выступила, как ты думаешь? Все-все хорошо сделала? А повороты? Не падала? А шпагатики? Да. Ну ладно, поздравляю тебя.